Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на продолжение приключения Джимми Хуёпкинса в игре Булли. В общем-то, друзья, я сразу, давайте так вот, предлагаю. Короче, многие просят неделю Булли, но что-то вот по лайкам как-то, ну, вроде неплохо, но могло быть лучше. Друзья, давайте, если вы эту серию реально поддержите лайкусиками, то я постараюсь со следующей недели сделать недельку Булли. Но сразу говорю... Да, блядь, не нарушаю я форму. Ну да, смеются надо мной, ну и что? Как я мог сразу не понять, что надо мной реально смеются из-за формы? Ну, типа, из-за того, что я в трусах и в джемпере. Я просто думал, что NPC не понимают этого, но, видимо, еще как они это понимают. Короче, ребят, собственно, если даже не неделя прям, да, то я сделаю прям вот, ну, может быть, максимум там пропущу день-два, но будут серийки почти каждый день, поэтому, ребят, вот. Значит, и по поводу еще чего я хотел сказать. Значит, одежду мы пока оставляем, мне нравится, пусть хихикают, все заебись. Значит, у нас сейчас час... Дня будет, сейчас будет урок, поэтому давайте дождемся уже его, я не успею уже никакую миссию выполнить. И еще, друзья, оказывается, ну я, в принципе, догадывался об этом, но и даже видел, когда устанавливал этот фикс, в общем, от 30 FPS. То, что у меня сейчас FPS очень много, у меня в игре все происходит быстрее, соответственно... Так, внизу у нас урок. Соответственно, я некоторые миссии просто не успеваю выполнить, поэтому... Так, сейчас все зависит от кого, какой урок. Блять, это грамматика, да? Блять, я же запорол в прошлый раз. Ой, сейчас мне надо готовиться, пацаны. Ой, как мне сейчас надо готовиться, потому что я боюсь, что я... Блять, реально у них один кабинет на все уроки. Вот, вот реально, блять, просто вот пиздец. Вроде помещений столько, а в итоге... Так, это нужно собирать слова. Я помню, как я обосрался в тот раз, когда провалил. Надо все, надо сдавать. Так, я помню примерно. Поехали. Рот. Пот. Пацаны, смотрите, что творю. Так, рост. Ро... Да, блядь, рост. Нихуя, а как я мог? Рот? Есть уже. Сок! Сок? Ёбаная грамматика. That's right, yeah, baby. Так, блядь, сыр. 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 Ебучая гра... Так, порт. Порт. Откуда я знаю? В смысле, I'm afraid, бля, пошел ты, бля, знаешь, кыс. Кыс есть такое? Ну и чё, бля, а какие там еще тут ебать слов-то? Под, от, ты, к, блядь, ро, ор, от, о, сы, кыс, к, перемешай. О, п, с, т, ты, ты, к, споск, коск, кос, косы? Ну хуй знает, блядь. Да, в смысле, блядь? А какие еще? Блядь, минута осталась, вы прикиньте, она, да, реально секунды-то бегут. Короче, пизда мне. Крот, кстати, если что. В смысле, Джеймс, try again? А ты сам себе, я тут больше букв знаю, чем ты, ебать. Учитель ебаный. К... Ток? Я не знаю, блядь. Что за беспредел, блядь? Кот? Тоже, блядь? Серьезно, ёпта? А чё ещё? С... Ой, в пизду, блядь. К... Ток. Кот. С... Со... Сок был уже. А, попищи мне, блядь. Пытк. Я ебу, блядь, тут слова, блядь. Ой, в пизду этот урок грамматики. Буду, блядь, неучим. Блядь. Приложить немного. Да нихуя не буду прикладывать, блядь. ФПС нахуй крякну обратно. Пиздец. Что, блядь, нахуя ты наблевал здесь? Ясно, короче, все, я расстроился, блядь. Ну это вообще, это зашкварчик. О, у нас миссия есть тут? В натуре? Вау. Да, блядь, еще попизди мне тут. Так, чё? Чё, пацаны, уничтожитель растений? Поехали. Блядь, о, химик. Я уже знаю всех в лицо. Блин, жалко урок грамматики. Эй! А, ты, чё стоишь? Давай, иди сюда, сюда. Помоги мне, блядь. Вы что-то хотели, сэр? А, это биология. Зачем звали меня? А, я тебя звал? А, да, точно, 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 да, было дело. Взгляни на это растение, а? Смотри. Потрясающе, не правда ли, а? Это дерьмула Максима Фортиссима.
Редкий уникальный вид венериной в мухоловке. К сожалению, в школе есть один мальчик, Дерби Харрингтон, которому отец подарил такое растение. Его отец нехороший человек, а Дерби нехороший мальчик. И ему оно нужно, чтобы признать значение моей коллекции. Биология есть две стороны, мой мальчик, понимаешь? А жизнь и смерть. Ты понимаешь, к чему я? Что, нас пиздить, что ли, растение? Понимаю, сэр. Вы хотите, чтобы я убил Дерби Харрингтона? Ладно, я этим займу... Чего, блядь? Постриги в салоне старый был... Чего, блядь? Чего, пацаны, блядь? Учитель говорит грохнуть кого-то, блядь? Ну такое, блядь, знаете ли. За шкварчиком попахивает, если честно. Так, и чё? Пиздец, ну я за великом уже не поеду, давай. Да, можно цепляться, оказывается, за машины, я этого тоже не знал. Только мне кажется, это не быстрее будет почему-то. Потому что машины, по-моему, ездят медленнее, чем... А за этот нельзя цепляться? За мопед или... Я не знаю, правда, какая кнопка, но в любом случае я уже еду. Не, машины просто здесь тоже медленные какие-то. Блин, может попробовать пиздить тачку? Мне кажется, ничего не получится. Ну-ка, подождите-ка. Стой, 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 стой. Тихо, блядь. Бля, я такой наивный, сука. Ну, что, совсем в GTA переиграл, что ли? И вон велик стоял чей-то, кстати. Подстригись, это тут... А зачем? В смысле? Зачем стричься? А чем лысина моя не устраивает? Да тихо, дядя, ёпта, я еду. Так, old boy... Так я тут уже был в прошлой серии, в прошлый раз, точнее. Ну да, в прошлой серии. Сейчас чесноком по ебальнику получу. Что ты мне говоришь тут, я не понимаю. Так, подстричься, ну-ка. Поймай... А в кого? Похуй, в кого? Блин, мне вообще не нравится здесь, конечно. Стрижки. Стильная челка. Давайте стильную челку хотя бы. Рыжий. Каштановый. Какой уебищный, он, а? Темно-каштановый. Блядь, такое, темно-каштановый, и чё? Пиздец. Ну просто полный пиздец. И что мне эта стрижка дала? Какая связь? А, вот оно чё. Чтобы типа... То есть, а как бы профессор этот ебаный не сказал ничего, ни слова про то, что... Как бы Джимми такой, а, надо его грохнуть, да, типа? Он такой, да-да-да, надо его грохнуть, блядь, типа, ну окей. А, у него дом чё, в школе? О, можно за мопед присоединиться? А, кстати, блин, там еще была подсказка, я забыл совершенно. Ладно, в следующей серии, если что, сделаем. Там, короче, что-то можно сделать, чтобы мопед, короче, забрать. А где, блядь, я не могу вспомнить, что? Короче, ребят, если, ну, точнее, как, если хотите. Конечно, надо мопед получить. Короче, блядь, какой же он уебан с этой челкой, конечно, хуёбкинс. Ты уже не торт вообще. А, так, подождите, куда нам надо? А. Короче, ребят, да, мопед как-то, блядь, я вылетел из головы. Читал же, специально запомнил, и в итоге вылетело все нахуй. Короче, ладно, что ты смеешься, блядь, надо мной тут. Так, туда, да? Вот, и, короче, мне кажется, тема нормальная. Мопедик собрать, так вот как я забыл, реально, если сейчас вспомнил. Что-то там, что надо сделать-то? Что можно сделать, чтобы мопед забрать? Что-то где... А, блядь, точно, в парке развлечений надо выиграть эти, максимальное количество билетов набрать. Там можно приз мопед забрать, вот что. Если вы хотите, у нас как раз, если будет неделька, тем более, у нас будет там поразвлекаться. Пойдем в этот, еще какие-нибудь призы поубиваем, тем более там интересно. Смотрите-ка, кандидат номер один. Так, братан, ты мне нравишься. А, и все сразу, то есть просто, бля, подсосал немножко тогда. Найди подаренное растение, уничтожь его. А, блядь, уничтожь растение. Оно сверху. Мажоры, мажоры, я свой в доску, ебать. У меня челка пиздатая. Где-то здесь, короче. Как я его буду ебать? Блядь, тут слишком много мажоров. Ебать, они тут, блядь, казино у них. Че, пацаны? Пацанчики, блядь? Ебать, у них тут плантации, блядь. Уничтожь растение с помощью яда. Яда? Это яд? Если это яд, то я согласен. А, вот яд, блядь, понял. Что, блядь, это пу... Я все правильно делаю? Что-то хп у него не особо, по-моему, это. Опа! 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 Давай-давай-давай, Джимми Хуёпкинс, ебашь это Максима этого, блядь. Дерьмол Максим, блядь, Дерьмол Максим, сука. Что за гениальное название просто. А, подохла чертила ебаная. Сейчас, по-моему, меня спалят, да, уверен, и надо будет удирать. Чё, уже что ли? А если я выберусь из дома... Блядь. Пошел в пизду, блядь. Ты что, закрыл дверь, что ли? У меня так... Ты чё попутал, блядь? Я не понял. Блядь.
Ты видел мою челку, блядь? Я номер один на районе, а ты кто вообще? Ты кто по жизни-то будешь, а? Ага, сейчас я, блядь, буду... Нихуя, два на одного! Ну, короче, въебало получаешь, все. Избияние. Так, а ты давай, ну, во-первых, дизлайк тебе, блядь. Во-вторых, толкаю, но... Нихуя у него такие глаза, как будто... Ты что, не понял, а? А? А вот такое тебе пощечину! Блядь, сейчас такая ситуация, блядь. Мне кажется, надо въебать стекло, нет? Блядь, где выход-то? Я не понимаю, блядь! Кола, блядь. Так, подождите, стоп, я что-то не понимаю, реально. Ебист с ноги, блядь. О! Я ж профи в своем деле, блядь. Все, я съебываю. А тут, надеюсь, никто не знает, да? Бля, пушка нормальная, да? А я могу так разъебать? А, я могу так разъебать, нахуй я выкидывал-то. Хуя этой хуёй! Ебать, карты разлетелись! На нахуй, ёпта! Дерьмукус Максимус, блядь, или как там? Поебальник! Нормально! Так, слышь, блядь, немного яду... Ты чё, блядь? Сука. Иди сюда, блядь. Иди сюда! Сюда, иди, блядь! Сюда! Подошел. Сю... Блядь, ладно. А так? Сюда подошел. Ладно, блядь, еще. Хуя он его застукал кулачком, блядь. Блин, надо попробовать, я все еще никак не попробовал это самое. Вылетел, блядь, дурак ебаный. Сразу получил яду, блядь, поебал. Ебать его пушкой нормальную, да? С ноги уеб... Хорош, блядь. Этот, не могу попробовать их там засунуть куда-нибудь, знаете, типа в этот же можно... Че ты тут двери открываешь? На, ядику немножко выпей, блядь. Ты нихуя так громила. Надо его, этот, под конец... А ну-ка, блин. Ой, сейчас... Че, эта хуйня тоже? Ебать, она упала, блядь, мне кажется, он... А, да ладно, под ножкой! Побежали нахуй отсюда. Охуенно, блядь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А что? В смысле? Что там еще? Чего? Я же дом покинуть надо. Че, блядь? Игра, с тобой все нормально, блядь? Игра? Чё за хуйня, какая нахуй загрузка, блядь? Игра, блядь! Ты ёбнулась? Ой, блядь. Какая нахуй загрузка, игра? Ты ебанулась или чё? Чё происходит? Какая загрузка, блядь? О боже мой. Чё, серьезно? Мне сейчас заново на урок грамматики и этот... Блин, ну на урок грамматики я бы заснял заново, может у меня получится, а вот миссию это, конечно, уже, блядь, надо будет, я буду ее обрезать до этого момента, это пиздец какой-то. Чё, блин, я просто вышел там, где мне надо было выйти, вы понимаете, да? Мне же надо было покинуть дом. Я зашел обратно и через... Всё, короче, это пиздец, она повисла. Ладно, я тогда сейчас, друзья, перезагружаю сохранение, чё, мне не остается ничего делать. Перезагружаю, идем снова на урок грамматики. Быть может, я сейчас как профи там все зарешаю, наконец-таки сдам ее. А потом уже, соответственно, ну, эту миссию пройду уже не на запись. Тяжелый случай, ну ладно. Ох, да уж, Булли, блядь, подвела меня игра немножко. Ну ладно, ничего страшного. Итак, пацаны, урок грамматики. Все, я теперь буду более... Блядь, неужели я не могу составить, блядь, слова? Это же полный пиздец, конечно. Не, ну мне реально... Там причем есть длинные, блядь, слова. Я вообще не понимаю, какое там длинное слово из этих букв можно составить. Ладно, кот, ток, блядь, пот, топ, блядь, вот эта вот вся хуйня. Это мы сейчас соберем сыр, там, рис, блядь, не знаю. Так, пот. Блядь, да пот. Ну вот давай еще ты будешь, ага. А, кот. А, ток. Сука. Ток. А, сыр. Блядь, сыр, говорю. Сыр. А, что там еще-то было? Косы не подходило, да, по-моему? Я вот теперь не помню, какие подходили, да. Сок был? Сока не было. Сок. А, пок. Что еще, блядь? Я забыл, нахуй. Рок! Рок подойдет? Рок, пацаны! Так! Сок, сыр, рок. Ток. Ток был, ток был. Сука, пиздец. Кто? Хе-хе, ну мало ли, блядь. Ор, блядь. Выше гор. Рыс. Рыс, может быть, рыс, блядь. Рыс. Тор. Чего, блядь? Ты серьезно сейчас? Рот. Чё, блядь, реально нахуй? Кот. Пок. Пот. Был пот. Пот, ток. Рот. Был.
Сука, сыр. Рыс, блядь, может реально рыс, нахуй? Not English, согласен, и not Russian тоже. И, блядь, оры, осы, осы, блядь. О, блядь. Да пиздец, ты не знаешь языка сам, кто? Кот. Опт, кстати. Подойдет? Да ты, блядь, я больше... Пиздец он, урод, а? Я не знаю, блядь. Чё, какие здесь длинные слова-то, блядь? Сто? Ага. Ой, блядь! Коп! Блядь, коп, наверное, подошло бы, да? Скорее всего. Сука! Ну, я уже знаю чуть больше. Ну, длинные слова вообще не понимаю, блядь. Какие там, нахуй, длинные слова. Так, пацаны, сейчас начинается миссия невыполнима, потому что она... В общем, ладно, придется мне немножко сейчас запариться и в это... Сейчас будет спидран от меня, короче. В общем, увидимся на том месте. Да, уже в конце. Так, пацаны, я, короче, всех перемочкарил. Смотрите, вот, да? Получается, нам нужно туда, типа, идти. Что... Блять, знаете, в чем прикол? Я нихуя не понимаю, в смысле? Подождите, у меня что, игра забагалась? Я, короче, сейчас опять случайно вышел, но я зашел, и тут как бы все нормально. И что мне делать-то опять? Я теперь отсюда выйти не смогу? Может, я кого-то не замочкарил, сейчас быстро пробежал? Что-то написано взять. Что, блядь, серьезно? Хуя себе, блядь. Нет, конечно, все замечательно, это все круто, блядь, но игра! Пожалуйста, ты можешь как бы... Меня выпустить обратно куда-нибудь. И что мне делать теперь? Я всех перевалил опять. Бля, а как, может быть, я просто знаете на что рассчитываю? Что может быть он не должен был меня выпускать через ту дверь, но метка ведь туда стоит. Нет, тут я всех замочкарил, реально. По пути они уже тут не валяются. Ну пиздец, я тут не съебу никак получается, да? Соответственно, здесь же тоже нигде не спрыгнуть. Сука, опять забагал. Я сейчас случайно, ну короче, я вышел. Ну метка стоит туда, выйти нужно и все. Потом я зашел, там опять этот стоит, я его опять отпиздил, и все, я теперь не могу выйти отсюда. Охуенно, я два раза забагался, я могу сказать, ребят. Просто круто, блядь. Топчик, нахуй. Я сейчас еще сдохну, блядь. Ну и что можно придумать? Выберитесь из дома, ну. А если я забагался, как в такой ситуации поступать, блядь? Ну охуеть теперь, ну это пиздец, игра, ну что такое? Здесь должен быть, ну я только что выходил, но меня просило обратно зайти. Я зашел обратно, и все, я здесь остался, нахуй, теперь. Пиздец. Какое вот что тут? Текущая задача. Выберись из дома. Я пытаюсь, блядь! Не знаю, выкину это сюда. А, дверь типа закрыта. Он ее пытается этот открыть, она закрыта. Обожаю эту игру, блядь. Вот, ну и что это за хуйня? И что теперь мне еще раз надо это все делать? Я же охуею сейчас. Пацаны, ну и как поступать? Прикиньте, у нас на этом застрянет, блядь, эта миссия. Меня музыка заебала уже. Бля, пожалуйста, Джимми Хуёпкинс, выберись отсюда. Ты же умеешь все, блядь. Ну, пиздец. Так, пацаны, ладно, попытка номер 3, я не знаю. Блядь, это полный пиздец. Опять грамматику, что ли, делать? Ну, ребят, давайте попробуем еще раз грамматику. Может, мне что-то в голову придется 3 раза на грамматику ходить. Я не знаю, как бы, я, ну, не знаю, что я сделал опять не так. Давайте все, последняя попытка, пробуем, я не знаю, что еще может попробовать здесь сделать. Пацаны, ну это уже пиздец полный, это уже перебор, я считаю, блядь. Я не знаю, я, конечно, сейчас, видите, я вот, ну, единственное, что я мог сделать неправильно, то, что выбежал, потом забежал. Но когда я выбежал, у меня не закончилась миссия, у меня горело опять зайти туда. Я зашел, думал, я просто того чела последнего не замочкарил. Полный пиздец, блядь. Так, ладно. Поехали. А, я забыл все. Сыр. Я точнее теперь от этих слов. Пот. Коп подойдет. Коп. А, ну классно, блядь. Стык, кстати. Классно. Кот. Я уже больше слов здесь. Ток. Сок. Ну, рот. Полный пиздец. Тор, блядь!
Good one, good one, good one. Я опять забыл, что там. Рыс, блядь, рыс не подходил. Ну просто, блядь, тут ебанутые какие-то. Прок, блядь. Пок. Пупок, блядь, нахуй. Трок. Трюк, блядь, трык. Роб, блядь, может тут, я не знаю. Пор. Пос. Пост. Конечно, да, try again. Нет такого слова же. Крот. Конечно, нет такого слова. Хуйня. Тут вообще 5 букв должно быть. И потом еще 6 букв. То есть тут есть слово. Я пытаюсь просто понять реально, блядь. Тык, блядь, может быть. Самотык, ёпта. Оп. 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 Опыт. Тут нет вообще 4 этих вообще-то слов, как бы. Оп. Ры. Это пиздец. Это вообще полный пиздец. Кр. Р. Т. Тост. То. Тост, блять. Тоже. А, тут 4. Тут нет 4. Тут 5. 5 и потом, блять, вообще. А, 7 букв. Ну заебись. Какое здесь можно слово стать из этого всего? Ты сыт. Сот. Сот. Тос. Try again, Джим. Конечно, блядь. Ну, заебись вообще. Я тут миссию. Рост. Не было, да? Или было? Я их хуй. А, да, 4 же нету. Кыс. Тыс. Быс, блядь. Пис. Хуис, нахуй. Хуякс, да! Спорт, кстати. Ну, ладно. Если чё. Так-то. Как раз 5 букв. Я охуенный пацан, но это не важно. Так. Спорт спортом, как говорится. Но миссия, которую я выполняю 10 раз подряд по расписанию. Ладно, будем пробовать. Вот, пацаны, давайте прям при вас пробую. Последний раз. Я не знаю реально, что иначе делать. Может быть, какой-то здесь есть, блядь, баг, и который можно побороть. Так, сейчас я... Нихуя себе, блядь, сейчас я... Сука. Блядь, пизды сейчас получишь, нахуй. Уже 3-й раз, правда, но это не важно. Ты охуел, что ли? Слышишь, чертила, ёпта. Ты не попутал ли, а? Беса, ёпта. Ну, дружище, блядь. Что, блядь, а, мазила ебаный. Иди сюда, сука. Сюда иди, говорю. Он что, блядь, я не понял. Яйцами только кидаться. Сейчас я тебя к стеночке прижму, нахуй. Давайте быстренько сейчас и забьем их, нахрен. А, тут можно было даже эту разбить. Охренеть можно. Я тут весь дом разъебал уже. Беги, хуёбкинс, беги. Так, здесь еще 3, по-моему, да, надо отпиздить. Давай, давай, давай. Чё там, блядь, кто? Чё они с... А чё они с яйцами-то все? Они вообще-то пи... А, во, пиздиться начали. Давай, давай, Джимми, хуяч, блядь. Так, минус 1, иди сюда, где ты там, блядь? Блядь, как ты, сука, я сейчас тебе это яйцо, знаешь, куда засунуть? Твое яйцо, ебать. Ядом еще тебя, блядь. Может попробовать тарелкой ебануть? Мне, хотя, сколько хп, да, этот? Опа, ну-ка, сейчас он выходит из двери, и я ему по ебальнику сразу. Ты, сука, блядь, я тебя хотел... Нихуя ты... Возьми тарелку, Джимми. Ох, нихуя, красиво. Блять, по ебальнику тарелкой. Ты чё, блять, ну Джимми, ну ты либо, блять, тупой, либо глупый, я не понимаю. Пинай его нахуй. Так, где моя пушка? Пушку надо забрать. Может, я из-за того, что с пушкой, кстати, но это бред тоже какой-то, если честно. Так, все, я хочу уже, блять. Вещи что-то где-то, блять, валяются. Вот, смотрите. Этот вышел, да? Громила, блять. Я его отпиздил сейчас. Вот, у меня горит метка выходить. Там сейчас я могу выйти. Ну, смотрите, вот давайте до конца. Я, ты, пожалуйста, игра, можешь не богаться? Можно я пройду эту миссию? Вот, все, отпиздил. Никого тут больше не забыл. Из-за того, что я только тут здесь прыгивал, но я думаю, это хрень. Так, выйти, смотрите. Все, открыть. Обратно показывает. Блять, может, из-за того, что я с пушкой выхожу оттуда? Но если я сейчас зайду обратно, там он опять будет. Я не выйду оттуда. Блять. Я тут не выйду, 100%. Это пиздец, ребят, какой-то. Я забагал игру. Может быть, из-за пушки, я не знаю. Это единственный вариант. Опять, видите, все по новой. И я обратно не могу выйти. Вот точно так же я выбежал, зашел. Все, я не выйду отсюда. Пусть он, короче, меня убивает. Пусть он меня убивает, потому что иначе я вообще охуею проходить это заново. Пусть он меня вырубает, блять, я не знаю, это будет лучше. Я лучше перезахранюсь.
хотя бы грамматика будет пройдена. Короче, ребят, эту миссию мы не трогаем тогда. Напишите в комментариях, как можно разобраться с этим. Я не знаю, ребят. Видите, такой баг. Единственный теперь только вариант, который у меня в голове вообще вот возникает, это то, что как бы можно попробовать это самое. Блять, без пушки выйти. Типа из-за нее такая хрень. Короче, ребят, ладно, мы это проверим в следующей серии. Надеюсь, вы поддержите эту серию. А, это получается, я сегодня нихуя не сделал, да? Классно, блядь, классно. Ну, блядь, хули, зато, вот вы поняли, да, насколько я неудачен. А давайте, знаете что? Вот, что мы сделаем. Чтобы вот совсем уж так был. Блядь, ну что ты убежал-то, дурак? Давай я, вот, предложи конфеты, шкафчик Тревела. Во, давайте просто, мне интересно, как это выглядит вообще. Это типа так, какая-то хуйня, да? По мелочи. О, я могу типа вообще их не обязательно класть, я могу их у себя ставить, да, конфеты? А что, она сама не может это сделать, блядь? Блядь, серьезно? Блядь, уйди нахуй! Ты дурак! Ты дурак, спалили, блядь, дебил! Сука тупой, хуёбкинс! Чё ж мне так сегодня... Блядь, пиздить его надо! А я его не могу отпиздить. Это просто... Лучший, блядь, ребят, кто здесь лучший? Тут просто батя, блядь, этой школы, реально. Незаконное проникновение, блядь, просто взывайте, что происходит вообще. Я просто неудачник, реально. Мне нужно точно поспать, блядь, сейчас точно, чтобы следующий день наступил, уроки и в пизду, блядь. Просто в пизду. Поспать домой с щелкой крутой теперь. Охуительно вообще. Просто, ребят, вы почувствовали, да, все мое везение сегодняшней серии? Охуенно. Я даже побочку не смог выполнить. Классный я пацан, конечно. Так, давайте я посплю и сохранюсь. Это пиздец, ребят. Ну, зато весело, зато я надеюсь, вы поугарали над моей везучестью, потому что это просто жесть. Я 3 раза, блядь, перепроходил одно и то же, это просто жесть. Ребят, спасибо всем за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилась серия. Если вы ждете неделю були, в общем, прогресс вырос, пиздец. В общем, ну, это жесть. Все, ребят, увидимся, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.